Пока что никто не умер. Нойзи получил немножко по зубам, но ничего страшного. А вот и первые смерти поехали. Кербиом минус Виталикса. Логан даблкил. Тойно запирает оппонента. А команда Норс. А я, кстати, вот не очень на самом деле понимаю, почему так неаккуратно. Я вижу, что неаккуратно, но понять тяжело. И там без флешек, и там неаккуратно, и на шары выход, и мы бежим вперед, волосы назад, я не вижу ничего. Подожди. LDLC настолько хорошо контролирует карту, что если Алекс сейчас умрет, точнее не Алекс, прошу прощения, получается Мэнник, да? Вот Мэнник сейчас зайдет в спину просто, и даже если бы Логан не убивал бы Керби, все равно... у Волдемара нет ни малейшей, ни толики информации о местонахождении игрока на лонге. Но этого и не надо. Там ребят собираются. Монстр плюс болото пока что. Да, то есть Зиг плюс монстр выход. Потенциальный. Вижу КФ 2.29 на Space Soldiers. На мой взгляд, вот если вы найдете 2.5, то это самое то поставить. Но опять же, не очень много. Так, Супецкий. Галину Бланку. Мэнник тем временем падает на болоте. И да, Тойну со снайперской топкой. Выстрел, точнейший, неужели он перевернет этот раунд? Молотовы отзонил немножко своего оппонента. Норсы, в свою очередь, стоят все еще на болоте. Однако холдят очень медленно, нежно наступает Логан. Откуда он там вообще? Что? А, я так понимаю, что он пропушил большие пески, зашел на болото. AZ его не читал. Алекс достался за шку, говорит, здорово, пацаны, что, как жизнь? Хорошо, жизнь отлично заезжает. МСР вместе с Валды падают на землю. Датчане просто были поражены. Что происходит вообще? Ни одного килла в этом раунде, только если Мерц что-то сделает. Мерц промахивается, просто нет, просто днайт вообще. В сухую... На этот самый апленд. И никто там что-то вот не чекает, вы что, где ходите, это вообще делает минус свой Эйзин, но... Но бомба-то сверху, а вы как бы, ребята, вот один сверху, второй снизу. Еще и банк закрывается, МСЛ все-таки делает свой килл, ловит на тайминге гранаты. Свое оппонента МСЛ запирает еще одного, и один на один против Логана, он остается прямо здесь, прямо здесь. МСЛ делает еще килл в атаке. Ультанул просто парень, ультанул. Сейчас капитан команды Норс забирает важнейший раунд, опять же 6-9. LDLC. Выходит Тойну! Неплохо. ЦЗ-шечка работает. МСЛ попробует сыграть сквозь смок. Очень опасно. Капитан команды NorthGG. Надо играть прямо сейчас. Взяться за свою ЕБ-ху, затащить. Раунд Валда. Минус один. МСЛ заходит в спину. Двух. Куда? Как вообще? Как? Да что это такое? Боже мой, они возвращаются в эту игру. Слушайте, как вообще? Как? Просто зашел в спину, сделал два килла. Что ты кричишь? Сочный раунд, дефолтный, ух, такие любят. О, да. Ну и в итоге на плент без бомбы пока что. То есть как-то full investment здесь такой. Да, и в итоге забегает, а Керби прочекает. Нет! Он сидит. А, окей, а вот теперь да. На самом деле, Пелос должен чекать всегда Нинджу, потому что это единственная позиция, которая хорошо открывает Нинджу. Но мы увидели в конце концов, что второй игрок, который открывался с Пелоса, все сделал грамотно, прочекал позицию, здесь Керби не дал вообще играть. И... На Дельпан. Где-то я это уже видел. По-моему, на ESL-евской как раз рубрике, между прочим, которая нам возвещает «If you want to become a pro», вот это все, и там дальше смоки показывают. Крутая, кстати, штука, это ESL, они большие молодцы. Но другой вопрос. Смерть не промахивается, папа, нет, это был Логан. Керби тоже будет помогать. Смерть все-таки отлетает от Алекса. Керби ждет, максимально ждет. И вот он на дефолте ставит бомбу оппонента. Керби это слышал. Да, Алекс остается последний, у него АВП не шибко удобно против двух райфлеров. Маркус. Трипл килл. И в шаге от победы на первой половине. Теперь становится Смаченский, Одачан полетел, LDLC, три человека на КТ-спауне. Что они будут здесь делать? Что они хотят? О, это лесенка, та самая чудесенка. Логан убивает одного, МСЛ на размене, нужно выйти! Капитан команды из Дании просто слишком жесткий. Он не занимается тем, чем занимаются англоязычные аналитики. Он слишком силен для этого. Как же он мансует, как же Мерц просто выносит налево и направо. Кстати, да, это был Мерц, прошу прощения, МСЛ. И в конце концов, на лопат.